пятницу в Самарской области солнечно и малооблачно. Возможен кратковременный дождь. Пока также тепло. Температура воздуха в дневное время 21-23 с плюсом. Ночью 12-14 выше 0. Ветер южный 3-5 метров в секунду. В Сызрани малооблачно, возможен небольшой дождь. Днем плюс 22, ночью плюс 12. Южный, скорость 4 метра в секунду. В Тольятти ясно, днем 22 с плюсом, ночью 14 выше 0. Южный ветер 4 метра в секунду. В Самаре солнечно, днем плюс 22, ночью 11 выше 0. Южный ветер 4 метра в секунду. Атмосферное давление 750 миллиметров ртутного столба. Влажность воздуха 35%, геомагнитное поле относительно спокойное. Прогноз погоды предоставлен погодным порталом kismeteo.ru.